Вчера стрельба, а сегодня рукопашный бой. Накануне Дня защитника Отечества Харцизск уже традиционно принимает чемпионат ДНР по военно-спортивному двоеборью. Соревнования по военно-спортивному многоборью в Харцизске проходят регулярно на разных площадках. На этот раз организаторы чемпионата ДНР развернули татами в спорткомплексе «Трубник». Приехали команды из городов Донецка, Енакиево, Горловка, Макеевка, Харцизск, Моспино, с Нижней Крынки у нас есть ребята. То есть с Донецка много команд, 14 команд у нас. Стрельба уже прошла у нас вчера, 19 числа, была мандатная комиссия, взвешивание спортсменов, регистрация, и сразу же команды стреляли. За медали чемпионата сражаются 190 спортсменов, 62 из них – харцизяне. Текущий спортивный сезон для многоборцев ДНР проходит без коронавирусных ограничений, разве что родители не могут присутствовать на тренировках и соревнованиях. Да, у нас ребята тренируются все в обычном режиме. Вот, я думаю, что должны хорошие результаты показать. 8-летним многоборцам на соревнованиях был дан зеленый свет. Еще вроде бы совсем малыши, но многие из них тренируются уже не первый год. В разделе двоеборья «Рукопашный бой» спортсмены демонстрировали элементы бокса, борьбы, карате и самбо. Нам очень почетно нашему городу принимать такой турнир у себя на нашей площадке. И хотелось бы отметить, что такие соревнования проходят не в первый раз. Замечательно, что данные соревнования проходят в преддверии такого важного праздника – Дня защитника Отечества. Мы, конечно же, желаем всем ребятам победы, чтобы показали свое мастерство. И администрация города Харцизска всегда поддерживает такие начинания, такие турниры, которые проходят на высоком уровне.